Вы думали, как наша вечеринка закончилась, блядь? Вы что думали, блядь? Мы с погодой разъехались по домам? Нихуя! У нас была погоня с таксистом. Можно выйти? Нет, зачем? Он мне сказал, засуну, попробуй, блядь. Вот они, блядь. Вот такая история у нас сегодня. Он уехал, он поехал. Пошел нахуй отсюда, пидорас ебаный, блядь. Он будет ждать. Ну, сука, блядь. Думаешь, ждать будет? Пусть подождет. Не, или сворачивается. Я ему бутылку объебли, еще раз объебли. Настя, заткни рот. Угу, стоят полицейские около машины, ты орешь. Угу. Че, ты пьешь, что ли? Или давно не писала в отделении? Писала в отделении. Да? Вы знаете, что ты? Что? Он на нас нажал. А? Да ладно. Что? Это этот урод на нас нажаловался? Они сказали, что за таксисты. А потом херорали, он нас провоцирует и гонится за нами. А что они сказали? Ну что, просто я лечу факел. Они говорят, ну ладно. Нажаловался. Прикинь, урод.